Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մեր այսօրվա քննարկումը իհարկե կամփոփենք մի հարցով, որին արդեն անդրադարձանք այսօրվա թողարկման ընթացքում, դա Բաքու կատարած Ռուսաստանի ղեկավարի պետական այցն է եւ այն հայտարարությունները, որոնք հնչեցվեցին թե ռուսական, թե ադրբեջանական կողմից։ Այսև մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես տեսակապով Հոլանդիայից, Ամստերդամից տաղավար եմ հրավիրել մի հյուրի, որին սիրով ուզում եմ ներկայացնել, նաս սիվոդնյուշնի գոստ, ազերբայժանսկի կոնֆլիկտոլոգ Արիֆ Յունուս։ Приветствую вас, господин Юнус. Спасибо, что отозвались на мое приглашение. Господин Юнус, вы уверен, отслеживаете происходящее в Баку сегодня, и не только сегодня, в частности, в контексте государственного визита президента России в Азербайджан. Интересен, конечно, и фон, на котором происходит этот визит, это событие уже на территории самой России, где вооруженные силы Украины осуществляют успешные наступательные действия, и Россия проявляет полную неспособность с этим что-то поделать. И, казалось бы, главнокомандующий должен быть в стране, но он ни много ни мало выезжает и с государственным визитом, и не куда-то, а именно в Баку. Вот ваша оценка, с чем мы имеем дело? Конечно же, пропагандисты с обеих сторон, первой части России, стороны будут говорить, я думаю, уже даже начали говорить, что визит готовился давно, заранее обговаривались многие документы и так далее. Вы правы. Ситуация сегодня на российско-украинском фронте и вообще в российско-украинской войне кардинально сильно очень изменилась. Последние действия украинских войск и то, что происходит в Курской и Белгородской областях, они четко показали, что, в общем-то, в этой войне происходят серьезные перемены. И если раньше мы могли говорить, или, скажем, объясняли те или иные неудачи в Украине российских войск тем, что бои там тяжелые, что НАТО помогает и так далее, но все равно победа будет за нами, то сейчас речь идет о том, что уже часть территории Российской Федерации под контролем украинской армии, они чувствуют себя там абсолютно уверенно, уже созданная комендатура. Это большой удар, конечно, по престижу Путина, безусловно. И если даже посмотреть телеграм-каналы, близкие к Кремлю, мы видим, что там не очень довольны визитом Путина в это время в Азербайджан. В другое время, может быть, это не вызвало такого раздражения, но сейчас это, конечно, по меньшей мере странно. Верховный главнокомандующий, в общем-то, он должен думать о ситуации у себя в стране. Ситуация очень тяжелая для России с точки зрения среднестатистического россиянина. Война уже идет на территории Российской Федерации, а Путин едет. Но тут есть другой момент. Для Путина сейчас очень важно показать, что он не в изоляции. Что он все еще тот Путин, которым он долгое время преподносил и сам, и его команда пропаганду. Ведь он уже себя считал вторым лицом после Байдена. Одним из тех вершителей судеб мира, который раньше мог себе позволить регулярно опаздывать в ходе встреч межгосударственных. Там, неважно, идет ли речь о встрече с английской королевой, или с канцлером Германии, или еще с чем-то, или какой-нибудь крупный саммит. Опаздывал все время, показывал, что они его должны ждать. Он фигура номер один. А сейчас он практически в изгое. Кто с ним хочет встречаться? Китай, Иран, Северная Корея, Беларусь и сейчас Азербайджан. То есть поле для маневра у него практически не осталось. И остальные страны, по сути дела,
уже, ну, про Запад я вообще не говорю, ведущие страны там игнорируют Путина, и, как говорится, поездки, встречи, это просто несерьезно. Тут еще решение Международного уголовного суда. Все это привело к тому, что поле для маневров Путина маловато, и поездка в Азербайджан в первую очередь носит пропагандистский характер, безусловно, чтобы преподнести, что он еще тот Путин, который является вершителем судеб мира. Он еще не, как говорят, там, в бункере сидит, да? Да. В изоляции находится. Он еще в состоянии оказывать влияние на процессы, идущие во многих регионах мира, и в том числе на Южном Кавказе. Вот это одна из главных, если не главная причина. Другой момент, конечно же, происходящее, ему нужны, вот мы если посмотреть на переговорный процесс, который проходил сейчас, там вопрос возникал о строительстве магистральной дороги с севера и юг. То есть связать надо Россию с Ираном через Азербайджан. Работа в этом направлении давно уже ведется, но сейчас специальные договоры и так далее. Это тоже жизненно важный для современной России момент, потому что, по сути дела, Россия остро нуждается в экстренных поставках как вооружения с Ирана через территорию Азербайджана, так и других предметов народно-хозяйственного быта. Это достаточно важный момент, на который уже нашел отражение в ходе визита Путина в Баку. Есть еще один момент, который не нашел отражения никаких документов, выступлений, но он присутствует, безусловно, это играет роль. Это передача российского газа через территорию Азербайджана, или точнее под видом азербайджанского газа в Европу, чтобы пошел вот именно российский газ. Тем самым, чтобы была возможность обойти санкции против Российской Федерации. Все остальное, там же он все правительство привез, Путин, там было подписано много договоров. Это все второстепенные договора, на них не стоит обращать особого внимания. То есть, еще раз говорю, главное это пропагандистское, что Путин еще рукопожатый. То есть, ему еще рука пожимается, не отвечает, идут переговоры. Второе, вот это север-юг, дорога магистральная. Ну и третье, вот это вопрос с газом. Это тоже достаточно важно для современной России. Все остальное это... Я бы назвал бы так, второстепенные и моменты, и дымовая завеса. Точно так же, как и многие заявления, которые мы услышали, как из уст Путина по поводу, скажем, армяно-азербайджанских отношений, так и из уст того же Алиева. Это во многом это носит, скажем так, пропагандистский характер, рассчитанный скорее на внутреннюю аудиторию, чем на внешнюю, ну, в данном случае, скажем, на армянскую аудиторию. Господин Юнусов, тем не менее обращает внимание два момента. Первое – это то, что, во-первых, касательно этого визита, скажем так, белыми играла российская сторона на поле пропаганды, да? Что вот анонсировала этот визит, оглашала повестку, но вот... Оказалось, да, визит государственный, но его встречают на уровне вице-премьера, и то не первого. Это раз. Второй момент. Путин, уже находясь в Баку, говорит о том, что мы союзники, союзники, союзники. Вот это слово «союзники» вот так красной нитью идет через все заявления, не встречая, ну, скажем так... Не то, что возражений, ну, скажем, инакомыслия со стороны его азербайджанского визави. Это два. И третье, это, конечно, заявление, с которым выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, касательно того, что Россия является для Азербайджана предпочтительной площадкой для ведения переговоров с Арменией. И это причем заявление делается на фоне... того, что заявил Госдепартамент буквально два дня назад касательно вот этого спора по Минской группе, распускать, не распускать, и одно армянское издание обратилось в Госдепартамент с запросом
вот касательно отношений Вашингтона к Минской группе, и там сказали, что Соединенные Штаты готовы в любом формате, приемлемом для обеих сторон, продолжать свои усилия для завершения этого процесса и установления этого всеобъемлющего, там, достойного мира в регионе. И вот через два дня делается такое заявление. С чем мы имеем дело, на ваш взгляд, вот, если вот эти элементы мозаики сложить в одну картину? Прошу. Мы имеем дело с типичной восточной дипломатией. Угу. Когда гостю говорят то, что он хочет услышать. Так. Поэтому эти слова, там, Байраму или другие реферансы, что союзники и так далее, он молчит. Так если обратить внимание, вообще-то Азербайджан и Россия подписали договор о Московской декларации о стратегическом союзнике накануне российской агрессии против Украины. Uh-huh. Буквально. И если посмотреть после этого, как Азербайджан реагировал, по сути дела, Алиев стоял в стороне. Он uh-huh. нигде четко не говорил поддержку России, ничего, хотя стратегический союз. Да? Yeah. То есть это мы должны понимать, что есть риторика. Uh-huh. Путин хочет это услышать. Пожалуйста, ты услышишь. А смотреть надо не на слова, а на дела. А вот тут картина немножко другая. Ну, возьмем долгое время, как раз в подаче России с Путина после 20-го года, как раз, когда поднялась тема, чтобы в армяно-азербайджанском переговорном процессе был поднят вопрос о коммуникациях, Азербайджанская сторона эту российскую инициативу переименовала в Зангезурский коридор. Помните? Да. Зангезурский коридор, сколько вокруг этого было. Сейчас все опять перешло в руку. То есть, если еще в прошлом году и в начале этого года Россия оказывала давление на Азербайджан, Азербайджан считался, Азербайджан, в свою очередь, создавал проблемы Армении там, на границе, поднимал вопрос о Зангезурском коридоре. У нас было создано вот тут финансируемое правительством вот эти общественные организации Западного Азербайджана и так далее. Сейчас мы видим, что после вот последней после поездки специального посланника президента Ельцина Мирбека в Вашингтон, Азербайджан согласился снять тему Зангезурского коридора. Угу. Все. Переговоры в процессе этого уже нету. То есть Азербайджан дал согласие, что будет конкретно переговоры вокруг договора. А что касается коммуникации, не Зангезурского коридора, а коммуникации, то это потом, после подписания мирного договора, там дальше, то есть это будет уже технический вопрос, но даже в этом техническом вопросе указано было, что контроль над этими коммуникациями не Россия будет осуществлять. Угу. Не Россия. То есть Азербайджан дал согласие на это. Я не думаю, что Россия этому обрадовалась. Что, по сути дела, Азербайджан дал согласие на то, чтобы Россия была вытеснена из переговорного процесса. А это именно так. Угу. Согласие Азербайджана означает вытеснение России. Мы должны вот на это обращать внимание, а не на то, что там кто-то что-то сказал, что мы с этим все мелочь. Это так. Знаете, чисто восточная вот дипломатия, угу. Когда это очень активно этим китайцы пользуются, и другие-то на Востоке. Угу. Гостю хочет услышать хорошие слова, ради Бога, жалко что ли. Да. Главное же дело. А вот угу. дела не очень. Как вы сами сказали, допустим, в другое время Ильхам Алиев бы встречал бы там на аэродроме, там были бы, вообще помпезна была бы встреча. А здесь, в общем-то, встреча, она не совсем такая, которая была раньше. Сейчас вообще после боев в Курской области, уже на постсоветском пространстве, уже даже те союзники России, или которые, ну, скажем так, опасались России, они уже стали думать о будущем. Сегодня Курская область, завтра что-то еще может быть, Путин слабеет, его влияние падает. И в том числе в нас регионе. В нас регионе мы видим, что снова инициатива перешла в руки американцев. Mm-hmm. Да, есть еще вопрос, иранский вопрос, там, Израиль, все остальное, но Россия отсюда, из региона, во всем случае, в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, Россия уходит. А это все, что там говорят, если вспомнить, как раньше, вот, скажем, в прошлом году, переговоры в Соединенных Штатах, помните, были? В общем, мае и в июне месяце. Ведь, по сути дела, американцы очень сильно давили на обе стороны, ну, в первую очередь, на азербайджанскую. Почти неделю, 4 дня в одном случае, 3 дня в другом случае, в мае,
Очень серьезно шли переговоры. Почти 7 дней, каждый день по 8-10 часов. Угу. Даже мы с вами так не сможем поговорить, как... Да, конечно. Министры Байрама с Мирзаяном говорили там. Но не получилось, потому что Россия вмешалась. Более того, Россия была настолько сильна, что под ее давлением тема войны, по крайней мере, на границе, она была достаточно актуальна, очень актуальна была осенью прошлого года. В начале этого года, во всяком случае, в марте месяце была такая серьезная угроза. Она была снята благодаря американцам. Официальные переговоры там шли, и Азербайджан тему это снял. Сегодня мы видим, что угроза войны практически снята с повестки дня. Сегодня мы видим, что переговоры в процессе Азербайджан снял многие моменты, которые были с подачи России. Азербайджан пошел на это. Вот это более важно. А все остальное – это дымовая завеса. И в завершение, господин Юнус, вот последние дни Министерство обороны Азербайджана или раз, или два раза в день выступает с заявлением о том, что вот армянская сторона открыла огонь там на границе на Хичеванском направлении, на Кельбаджарском направлении, там квадрикоптер, там все. Здесь, конечно, это все, ну, вызывает усмешку, потому что все знают, что армянская сторона пригласила европейских наблюдателей именно для того, чтобы в нас не стреляли, а не для того, чтобы через, ну, грубо говоря, их головы стрелять в другую сторону. Вот зачем это все делается, и может ли это перерасти в что-то серьезное, потому что, ну, во всяком случае, в Ереване есть убежденность в том, что Путин приехал в Баку заказывать новую дестабилизацию. Другой вопрос, Алиев примет заказ или нет? Ваше мнение. То, что Путин этого хочет, всегда хотел и этого хочет, и завтра будет это хотеть в отношении Армении, это не вызывает сомнений. Вопрос не в Путине, вопрос в Алиеве. Пойдет ли он? Вот эти периодические заявления Министерства обороны Азербайджана, они рассчитаны в первую очередь на Российскую Федерацию, что вот мы пытаемся там что-то такое, но большая часть, в общем-то, это для внутренней аудитории. Я скажу вам больше, наверное, вы не в курсе, но, например, в последние дни среди того населения, которое уже переехало в Кельбаджарский район Азербайджана на границе Армении, там стали им заявлять власти, что в скором времени со стороны Джермука последует наступление армянских войск, поэтому надо вам покинуть эти места, скоро будут бои. Вот такие неофициальные, скажем так, заявления уже поступало от жителей этих областей, от Азербайджанского района Азербайджана, что им говорят, что армянская страна готовится к широкомасштабной войне. Но на самом деле, я думаю, что там, скорее всего, просто... Ведь многие хотят перевернуться в свои дома. Их просто эти земли, скорее всего, будут отданы под какие-то компании, там, азербайджанские, там, в Тбилиси сгонять. То есть и причиной может послужить вот распространять, что вот армяне готовятся к реваншу, готовятся к войне. Ваше присутствие здесь, это опасно. Зачем рисковать, покидать? А потом это не первый раз такое происходит, когда война используется как ширма для реализации каких-то вот частных бизнес-интересов там, на границе с Арменией. Там достаточно много природных ресурсов. То есть реально, например, повторяю еще раз, реально, все мы прекрасно понимаем, что вот вы сказали, там, европейская миссия наблюдателей, это серьезный фактор. Любые действия с каждой стороны европейская миссия отслеживает. Понятно, что армянская страна не стреляет в данном случае, азербайджанская тоже, по сути дела, не делает. То есть, если ничего не стреляет, это не находит отражение у наблюдателей европейской миссии, они говорят, что ничего этого нет. Значит, возникает вопрос, а зачем тогда вообще это Министерство обороны Азербайджана распространяет то, чего нет? Значит, это большей частью именно для внутренней аудитории, потому что, повторяю, в Азербайджане те, которые поехали уже, значит, живут там, на тех территориях, вот им также говорят, что Армения готовится к наступлению, надо на время хотя бы покинуть. Вот этот момент тоже есть.
Спасибо. Но, я не думаю, что будет широкомасштабная война, что такое. Сегодня это просто нереально. Спасибо вам, господин Юнус. Спасибо, что приняли мое приглашение. Всего вам доброго. Всего доброго. Ահա մենք լսեցինք ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսի տեսակետը այն ամենի շուրջ, ինչ տեղի է ունենում այսօր Բաքվում կապված Ռուսաստանի ղեկավարի Ադրբեջան կատարած պետականայցի հետ։ Այսօր այսքանը, հարգարժոն տիկնակ և պարոնայք, կհանդիպենք արդեն վաղը, բարին ձեզ։